Декоммунизация продолжается. В закарпатском селе Минай Октябрьскую площадь переименовали в честь одного из основателей поп-арта Энди Уорхола. Решение принял глава обладминистрации Геннадий Москаль, потому что сельские власти на это решиться не могли. Площадь к переименованию обновили, поставили стенд с информацией о художнике, установили скульптуру в виде одного из известнейших его творений – консервной банки с соусом. Уорхол украинец по происхождению, его родители жили в лемковском селе Микова, которая после Второй мировой войны стала частью Чехословакии. Він якось в Україні не знаний. Тобто він не ідентифікують його як українця. Ми подивилися там всю біографію, заїхали в село. Абсолютно люди говорять на лемківській говірці. Значить, ми спитали, чи там словаки живуть. Ні, живуть лемки по сьогоднішній день. Тобто людина з лемківського села –